Друзья, всем привет! Грибас на связи. Вы все знаете, я летом не выращиваю грибы, вот, и занимаюсь только осенью и зимой. Но у меня остаются блоки, некоторые только заросли, некоторые уже несколько раз отплодоносили, и мне их жалко выбрасывать, и я их вечно куда-нибудь прикапываю, то в лесу, то где-то вопил. Вот. Нынче я решил что сделать, эксперимент. Просто в канаву поместил. То есть это очень хороший совет. Так, кстати, интересно, растут грибы. Сейчас я вам продемонстрирую, что я делаю с остатками. И как у меня летом произвольно растут грибы без всякого ухода. Кстати, это очень интересная идея. Возможно, даже для некоторых это может явиться неким стартапом. То есть, если есть хорошее пространство, можно сделать очень круто. Смотрим. А вот смотрите. Вот у меня дом. И вот у меня канава обыкновенная, выкопанная отводная канава. Она всегда сырая, мокрая, тем более после дождей. Вот я ее никак не облагоражу, потому что яме всего год. Вот. Но что я сделал? Сейчас я вам продемонстрирую. То есть вот простые куски андулина. Можно использовать кусок железа, неважно. То есть вот у меня старые блоки. И вот смотрите, что в них происходит. На сегодняшний день они замечательно самостоятельно плодоносят, никаких увлажнителей, ничего не нужно, то есть все хорошо. Там у меня только сегодня выставил еще блоки, где-то 20 штук, потом позже сделаем обзор. Ну вот на данный момент, вот смотрите, сами стимулируются, сами плодоносят. То есть вот такой вот шикарный результат происходит на сегодняшний день в обыкновенной яме. Здесь всегда сыро, всегда прохладно. Пользуйтесь, друзья. Очень интересный способ. Никаких не надо ни увлажнителей, ни ветродуек, ничего. То есть, особенно после дождей, замечательно, яма работает. Не бойтесь, что там будет темно. Там не абсолютно никак не темно. Легкий такой свет туда проникает. Грибам этого достаточно. Всем пока.